Ну вот я тоже, извините, сижу с вами, разговариваю. Тем не менее, базар фильтрую, потому что по многим причинам. Не хочется подвести коллег, не хочется уехать после этого интервью в солнечный Магадан. Между вами и простым гражданином Российской Федерации большая разница. В принципе, этот вариант был бы возможен, но при одном условии, а именно... Значит, простой человек не обременен сознанием о том, что у него есть какие-то обязательства перед кем-то. Вот рядовой гражданин, он что говорит, то и думает. Что думает, то и говорит. Что говорит, то и думает. Что думает, то и говорит. И ему нечего там оглядываться, на что начальство скажет. Как вы, дорогие друзья, решите, как вы проголосуете 22 апреля, так и будет.